Привет, Бьянка! Привет, это моя кукла Дрими. Дрими, ты почему плачешь? Не плачь. Тише. Вот так. Пойдем посмотрим в окошко. Вот, видишь, какая осень. Листики желтые. Хочешь гулять? Ой, гроза начинается. Но ты не плачь. Я знаю, что нам делать. Нужно поехать туда, где теплее. На море. А ты знаешь, кто сейчас как раз около моря? Правильно, Бьянка. Алло, Бьянка, мы с Дрими собираемся к тебе в гости. Скажи, у тебя хорошая погода? Говорит, купаться в море нельзя, но устраивать пикники и гулять самое время. Увидимся, пока. Дрими, нам нужно собираться. Возьму свой большой рюкзак и коробку с твоими вещами. Смотри, какой смешной урок. Погремушка. Поильник. А ботиночки нужно сразу надеть. Вперед! Поехали! Нас ждет такси, самолет и пикник у воды. Ты с нами? Ой, как у нас рано темнеет осенью. И дождик все еще моросит. Давай наденем капюшон. Он у тебя такой красивый. Красота моя! Ты Бьянке точно понравишься. Здравствуйте! У вас есть детское кресло? Привет! Смотри, как у меня тепло! Когда уже придут Маша и Дрими, я все для них приготовила. Погремушка, расческа, бутылочка. Я слышала про бутылочку, Дрими, смотри. Бьянка все для тебя приготовила. Привет, Дрими, ты такая миленькая. У нее очень красивые глазки, правда? Да, только она немножко устала и проголодалась. Я могу подогреть молоко. Молоко для малышей часто подогревают в теплой воде, чтобы оно не было слишком горячим. И малышка не обожглась. Капни мне на руку. И посмотрим, не слишком ли оно горячее. Отлично! Сейчас я тебя покормлю. Только сними капюшон и ботинки. У меня тут очень жарко. Кушай, Дрими, кушай. Кажется, она засыпает. Ты наелась! Бьянка, а у тебя есть одеяльце? Нужно Дриме погладить по животику. Сейчас дам. А вот и одеялка. Ложись.
готова играть? Готова. Ты сама держишь погремушку. У меня есть заколки и расчески. Давайте поиграем в парикмахера. Дримми улыбается, значит, она согласна. Какая ты красивая! А давай мне заколем такую же бабочку, а тебе заплетем тоненькую косичку, как у Дримми. Да, давай! Посиди немножко здесь, поиграй со своей погремушкой. А я сделаю из Маши фею бабочек. И мы с Дримми будем с одинаковыми прическами. Теперь очередь Бьянки. Косичка, как у Дримми. Ой, Дримми заплакала. Смотри, она плачет настоящими слезами. Предложи ей соску. Дримми, возьми сосочку. Сейчас мы тебя укачаем. Ей как раз пора спать. Выпрямим ножки, ручки, заснула. А пока она спит, ты можешь устроить пикник. Или посмотреть другое видео с куколками Cry Babies. Увидимся в следующий раз. Пока! Пока!